В российской хоккейной лиге продолжается финальная серия за звание чемпиона сезона 2012-2013 годов, в которой встречаются победитель Запада – Саранская Мордовия и победитель Востока – ноябрьские Ямальские Стерхи. Как известно, в первых двух встречах на выезде Стерхи смогли зацепиться за серию, уступив сперва 0-2. В повторном поединке ямальцы в овертайме вырвали победу – 3-2. А в минувшие выходные соперники играли в Ноябрьске. В субботу матч получился очень драматичным и эмоциональным. Хозяева все время догоняли своих оппонентов. И, пожалуй, переломным моментом был эпизод во втором периоде, когда гости вели 3-2 и больше двух минут играли впятером против троих. Однако Стерхи выстояли, а вскоре не только сравняли счет, но и сами реализовали численное большинство – 4-3. Очень важная победа. В воскресенье борьбы на площадке не получилось. Мордовия рвала и метала на льду и выиграла с разгромным счетом – 5-0. Таким образом, счет в серии стал 2-2, и теперь судьба кубка решится в последнем пятом поединке, который пройдет в Саранске 25 апреля. Обидно, конечно, то, что мы при своих зрителей мы проиграли, что с таким счетом. Но, в принципе, соперник тоже, нужно дать ему должное. Они тоже не мальчики для битья. Команда обыграла такие сильные команды, которые Смоленск и Липецк. Я хотел от имени команды, прежде всего, всей команды поблагодарить за весь сезон, потому что это последняя была игра на домашнем льду. Благодарить всех болельщиков, которые в течение сезона поддерживали нашу команду. И, я думаю, будут в следующем году поддерживать команду. Вот. И я думаю, что мы, возможно, больше будем радовать команду только победой.